передвижение человека. То есть мы встаем, встали, то есть он будет выполнять роль такого нападающего на меня. Ну тоже на медленной скорости, вообще не торопясь, здесь можно даже еще помедленнее. И потом тут важно еще его намерение. То есть, потому что вообще в работе слепую важно намерение. Если у человека нет намерения, если у него нет желания тебе что-то сделать, а он просто так что-то ходит, знаешь, туда-сюда, ты его и чувствовать не будешь. Только как появляется намерение, там, то есть у меня созрела мысль подойти тебя схватить. Так. И вот я как бы внутренне на своих, на тонких, на ощущениях, я начинаю этим намерением выстраиваться, то есть я уже еще физически даже к тебе не сделал шага, но у меня есть образ, у меня есть намерение, мне нужно тебя схватить за руку. И вот это намерение мы на этих ощущениях начинаем чувствовать. Потому что если просто человек подходит к тебе, да, что-то без намерения, это очень трудно почувствовать. Это другое видение, это нужно видеть уже в физическом мире передвижение его конкретное. Да? А вот в рукопашном бою, то есть важно чувствовать намерение. То же самое и удар. Когда человек подходит, там удар бьет, там, да, ну, вообще, то есть нет намерения. Он не хочет ударить, он не ударяет, он просто имитирует как бы удар, и то неправильно. Да? Потому что удар – это я вложился, это прежде всего внутреннее состояние, удар. Да? И раз – и пошел, и он чувствует это сразу. И так же мы и здесь чувствуем. Когда вы будете там друг к другу подходить, вы подходите с намерением. То есть как бы раз – и… Заряженный. Не то, что заряженный, да? Вы просто раз – и хотите к человеку подойти, то есть на него внимание свое концентрируйте, тогда это будет легче чувствовать. Если будете ходить ни о чем, а еще думать, если будете о чем-то, да, о своем, там, что после тренировки поем там, или так далее, то с этим очень трудно работать, потому что вас нет. Нету предмета, который нужно чувствовать. Значит, то есть, и как мы работаем? Смотрите, Юра начинает ко мне сближаться, меня поддавливает. Моя цель, тебе нужно подойти и меня схватить. Не торопясь, да? То есть, меня как-то зафиксировать. А моя цель не дать этому произойти. Причем не дать не вырваться от него, когда он меня уже схватает, а заранее почувствовать это. Да, то есть, он начинает медленно ко мне двигаться с намерением меня схватить. А мне нужно уйти. Если я чувствую, что он уже ко мне слишком близко подошел, мы включаем, вот как у нас есть в ударах, удар в корпус делаем. Да. То есть это как мы чувствуем, что вот он уже придавил, да? Просто выставляем удар, опять же, на ощущениях, где он должен стоять. Потому что мы, в принципе, не знаем, где человек стоит и как он будет. Вот. Не торопясь. Вот мы с ним встали, да? В принципе, с любой стороны. Да, ты протянул до меня руки, коснулся. Давай. Коснись меня, да. То есть вот я почувствовал, да. Да, теперь мы контакт разорвали. Вот. Я его чувствую. И теперь ты начинаешь потихонечку ко мне двигаться в какой-то момент. Вот. А мне важно от него не дать ему. Попал, почувствовал. Промелькнуло прям. Глаза-то закрыты, а оно вот где-то на видении там. Ориентируйтесь не на слух. Слух обманывает. Здесь много людей ходит, и я еще хожу, поэтому половицы скрипят. Да, да, да. То есть на ощущениях работайте. Чтобы человеку вы просто не забывали.
забывайте о том, что человек, вы не в, не, в неравных условиях находитесь. То есть вы можете подкраться, да, где-то тебя, ну, понимаете, но это же не честно. Человек работает на видении, да, он с вами честно работает, он закрыл себе все каналы по ощущениям поступления информации. Основной канал у нас это визуальный, то есть закрыли мы как слепые котята. Вот, а вы тут его начинаете ему какую-то гадость делать, да? Не нужно это. Поэтому спокойно подходите, работаете, то есть вот он стоит, да, я подхожу там к нему, да, и начинаю с ним что-то делать. Вот. Ну вот примерно вот в таком режиме работаю. Я жду. Жду его движения. Мне нужно ждать, когда он на меня начнет воздействовать. Смотрите. Я с ним очень корректно, да? Даже мягче, чем обычно, да, Саша? Да, конечно. Ну, потому что так оно работает. Все на ощущение. Глаза у меня помимо повязки закрыты. Я их сам закрыл, что мне открывать? Я же не хочу подсматривать, да? Я с ним работаю. Потихонечку, как я уже начинаю чувствовать уже, я уже перестаю его ждать. Мне уже видение позволяет уже работать чуть-чуть еще до того, как он на меня вышел. С ударами чуть посложнее. Чуть-чуть с ним почувствовали друг друга. Я ему доверяю. И мы начинаем уже чуть-чуть как бы и активнее работать. Чуть-чуть уже контакт разрывать. То есть, собственно, глаза-то они не нужны. Нам вот важно выйти. Научиться таким образом работать. Без разницы, это может быть сзади, да, его подход. Ну, можно двигаться, видите? То есть ходить. Таймер что ли? Сейчас минута закончится. Ноль. Thank you.
и пошел он. Скорость, видите, какая? Слепого человека, пока он слепой, да я темный. Нет, прям, то есть, раз и пошел там. Вот туда пошел. Второй пошел. То есть корпус. Медленно отрабатывает. Медленно, да, на человеке как бы отрабатываете удары. А наша цель работать с этими ударами. Каким-то образом. Каким сейчас попробуем. То есть вот. Уходить уже, здесь уже надо двигаться. Ага. Вот мы встали, все, зафиксировали, и все. С этого момента мы начали работать. То есть, если он удар касается, ну вы уходите, это нормально. Плохо, когда если вам суют, а вы стоите как это. Понятно же, что мы работаем с уже на ощущениях. Видите, кулачок как попался, да? А он, кажется, даже с другой стороны. Я просто его просто взял его и все с пространства. Видишь, как? Еще по-хитрому ходит, вот он правильно ходит. То есть не то, что прям с одной стороны, а прям начинает ходить. Скрип это, я его не слышу, не ориентируюсь на него. Он меня запутает. Скрип. Добрый уж. На встречу прошу, блядь. То есть если куда-то приходит, туда вы его мягко можете пропускать. Нам, у нас сейчас нет такой цели, чтобы убегать там, видеть эти удары. Нам важно вообще начать что-то ощущать. Попробуем их, по крайней мере. Дальше продолжаем, продолжаем. Сначала вышел, мне захотелось выйти сюда, я телу позволил выйти. По носу? Да. Отбил, да? Тыкнул. Ох, промахнулся, да? Илья, дотронулся до него уже, что-то с ним делай. Не бросай его просто. Во.